Всем привет, ребята, это Чимар, и сегодня я смотрю игрушку под названием Cast Crashers, которая сейчас в Стиме доступна на бесплатных выходных всем желающим. Интересно, что за игрушка? Давайте глянем, насколько она интересна. Так, многопользовательская онлайн игра. Так. Варвар, выйди вон. Что это? Вводишь мышкой, и персонаж пальцем будет. Это типа режим, я так понял. Ну, чем они отличаются? Это Варвар, выйди вон. Это арена, а это... Непонятно что. Ну, давайте попробуем Варвар, выйди вон. Играть с кем угодно. Я не знаю, как играть. Вообще не знаю. Первый раз я игру. Так, ну это мой персонаж. А вот это три должны присоединиться случайные люди и что? И как? Я могу выбрать себе персонажа, я вижу. А, я не могу. Мышкой я не выбираю, странно. Вас там тоже нет. О! Стрелочкой можно. А чем же они отличаются? Это типа... Он использует магию... Магию природы, что ли? Яд. Этот огонь использует, этот лед. Электричество, наверное. Или огонь. Или пусть или огонь. Ну пусть будет зеленый. Блин. X. Нажал X, мне предлагают отправить приглашение друзьям, но блин. Я думаю, можно будет поиграть с кем-то по сети. Ну нифига. А если тогда арена, играть с кем угодно. А кто такая же картина? Ё-моё, а как мне поиграть с людьми случайными? Нет, играть можно только с друзьями. Что за бред? Так, видимо, я не поиграю. Ну пусть будет тогда Castle Crashers. Играть с кем угодно. Чё-то долго. Присоединение к игре. Прикольная анимация. Нарисованная игра прикольная, мне нравится. В стиле Симпсонов. Как-то долго присоединяют к игре что-то. Неужели с утра нету во всем мире желающих поиграть в эту игру? Бесплатные выходные же. Любой качай, у кого нет денег на игру, любой качай, ставь играть. Игра весит всего лишь, по-моему, 200 мегабайт. 200 мегабайт весит игра. Ее ставить 5 минут дело. Я думал, меня сейчас закинет в лобби, где будут другие люди, можно будет с ними поиграть, но нифига. Нифига. А могу я вообще сам поиграть? Вот нажму Enter, и чё? Еще раз Enter. А, для матча требуется минимум 2 игрока онлайн. Что ж мне делать, да? Но, блин, я так не играю.
Почему разрабы не сделали возможным, чтобы разные игроки попадали в сессию, а не только игрок со своими друзьями? Это же бред. Ну нет у меня сейчас друзей, с которыми я могу поиграть. Нету. И что мне делать? А-ха-ха. Да уж. Ладно. Ладно. Тогда попробую локальную игру. Локальную игру, ну... Раз онлайн не получается поиграть с друзьями, хотя бы гляну, как тут в соло играется. Так, что-то происходит. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Где я? Ага. Ё-моё, управление что, походу только стрелочками? Да. Управление только стрелочками. W это удар мечом. S почему-то прыжок. А тоже удар мечом. D ничего. Q щит. E. E непонятно что это. R. F. Z, X, C, пробел, Ctrl, Shift, Tab, 1, 2, 3, 4, 5, F1, F2, F3, Enter, пауза, ой, Escape точнее. Вот я собрал какие-то монеты. Какие-то чуваки играют инструмент, так непонятно. Я могу рассказать тебе больше о шарозвездах. R. R или E. Что нажать? Не могу разобрать. Enter, пробел. А. Наверное, А. Шара звери дают разные бонусы и улучшения. Если подружиться с таким существом в пути, оно преданно последует за тобой. Какие шарозвери? Вот это вот, возле нее шарозверь? А где их найти-то? Так, понятно, какой-то банан. Привет, ты помнишь, как использовать предметы? Вот тебе и через дорогу. Нажми правую или левую кнопку триггер для переключения между предметом из инвентаря. Нажми для использования выбранного предмета. А, D это использовать предмет. Расскажу тебе, это уже магическая сила. Удерживай E, как начать колдовство. Нажми E плюс Ш. E плюс... А где Ш? Ничего себе, Ш находится хрен знает где. Для самой атаки. Никакой атаки не происходит. Я нажимаю Е и Ш и... Может Е и... И Щ? Тоже ничего не происходит. Когда твое мастерство растет, тебе станут доступны новые магические способности. Добавить очки способности к магии, чтобы усилить свои личные магические способности. Если освоить магию как следует, она откроет для вас мир самых разрушительных способностей. Это нужно вообще данным боя. Нажми А для легкой атаки, это быстро. Нажми Ш для тяжелой атаки. А, так это не Ш, это В. Так, тогда получается вот так вот, да. В и Е. Атака магии. Так, нажми S для прыжка. Удерживай Q, чтобы... Или не Q. Он Q, чтобы держать злодея. Ну, щит, да. Меняй атаки, чтобы выполнять разные комбо.
людей похищает какой-то кристалл. И что я должен делать? Музыка, конечно, эпичная. Бля. А если вас магией? Топор, класс. Топор, по-моему, лучше, чем меч. Дубина, вижу, чувака. Ого, он че, штука лупит, гад? Ах ты ж. Башка. Понятно. Пока не перемочишь всех, вперед пройти нельзя. Чем-то мне это напоминает кликеры. А зачем нужны монеты, непонятно. Ах ты ж. Как такое? Ё-моё, да как их много? Я один, а их просто толку. Чем-то это мне напоминает игры на приставке Денди. Там тоже таких игр было полно, где просто идешь прямо и всех мочишь. Очень похоже на вот эти старые игры приставочные. Так, я вижу, тут мне помогает какой-то чувак. Или я ему помогаю наоборот. О, я могу купить это, типа. 12 монет. Это 32 монеты. О, крутой меч, который отнимает силу, но дает защиту и скорость, я так понял. Зайчик нарисован. 32 монеты нужно. Где же взять-то? Нет рубашки, нет туфли, нет обслуживания. Нет, не могу я себе позволить. Так, башня замка, статистика. Уровень 1. Даже есть уровень. Уровни можно повышать, можно прокачать, я вижу. Параметры. Неплохо, неплохо. Люблю игры, где есть какие-то скиллы. Я ничего не могу, пока не могу прокачать. Магия, защита, ловкость. Параметров тут немного. Защита и ловкость. Ну, магия, сила. Маловато. А вот то, что под мешочком с деньгами, непонятно. А, это вид оружия, что ли? Вижу, есть бумеранг, есть какая-то труба, лопата, лук, свиток, дубина, руль почему-то. И похоже на компас или часы. И куда мне идти? Домашний замок, башня замка. Кузнец. Королевская арена.
Война варваров. А как мне вступить? Ага, это. О, уровень поднял. Новый комбо. S и S. S и S это... Ага. Это вот так вот. Комбо. Блин, они ничем замочат. Окружили толпой. Нечестно, сколько лупить в спину. Вот тебе. Ах ты ж. Походу... А, его можно тоже мочить. Все, теперь у меня есть помощник. Так, а там кто такой? Вот это кто? А, это враг. Запутался в текстурах, дружок. У меня уже хватает на меч. Так, кажись, моего друга убили. Ах ты ж. Это, походу, какой-то лучник. Да ля он мочи. Жесть, он меня сейчас убирает. Надо вот первым делом это замочить, гада. О! У меня есть лук. На Д можно стрелять. Блин, как же жестко! Так, сила 1. Магическая сила. Может, защиту еще добавлю. Продолжить. Блин, пойду что ли? Башню замка. Купи меч. Вот он. А как купить? А? Да, а. Я хочу разгрузить об оружии. Можешь зайти к кузнецу? Какие-то часы, ну что не дают? Дают часы, а? Как мне менять? Как менять то оружие, которое у меня в руках, а? Непонятно. Непонятно. Ага. Z менять то, что у меня в руках. Вот могу взять. Чинку могу взять лук. Z и C вот. Вот так вот менять. Ясно. Ну, вот это ключ.
Наверное, нужен какой-то ключ. Где его взять, не знаю. Музычка прикольная. Что это такое, не знаю тоже. Чувак, ты обещал мне рассказать об оружии. Да. Что это? Какая-то пещера страшная. Ого, тут оружие. Это локоть дает, это непонятно. Руши черепа. О. Зачем я покупал меч? Если я вот тут мог взять любое оружие, а? Плюс один. Что плюс один, непонятно. Локоть. Зря монеты потратил только. Что-то мне кажется, там впереди будет ждать мне босс. Ого, как я долго иду. А тут что, тупик? Что это за... Анальный синтер какой-то. Что тут за рычание? Зачем я сюда пришел вообще? Кто это так пишет тут? Я бы даже сказал, рычит? Непонятно. Как же долго идти, да? Как мне отсюда выйти? Ну ладно. Как же тут тяжело, это жесть. Почему на меня такие толпы нападают? Ну блин, ну я не могу никак махаться просто. Не со всех сторон. Тут действительно надо на геймпаде играть. На мышке тяжеловато, точнее на клаве. Так, сейчас будет опять тот лучник. Его надо мочить первым делом. Вот этого гада. Он будет сейчас меня с лука стрелять. Да не все с лука стреляют, гады. Не все стреляют. Это нечестно.
как-то отмахался. Раньше меня убивали на этом этапе. Ой, это что? А, он его откачивает. Эй, чувак с ВАДом, иди сюда. Вот все скриты. О, что это? Это что, босс? Ё-моё, и как мне его мочить, а? Я не понимаю. Ага. Блядь. Он жесткий. А и В, да? Это вот так вот. Я вижу и ближние атаки мочить. Дайте мне яблоко. Грушу, точнее. Я вижу, это стенобитное орудие, оно мочит и своих. ТП понемногу я отнимаю. Блин. А. Да, чё он махает? Я меня зажали, блин. Да чё ж он такой жесткий? Бля, тогда мне вообще отдохнуть! Поливает меня этими гранатами, не поливает. Вот это босс, блин. Как вообще можно таких первых боссов делать жесткими? Я не понимаю. Ой, стой, у меня же есть это. Где она? Быстрее. Вот, лечилка. Ух. Но без лечилки я чувствую, меня сейчас убьют. Бля. Наконец-то его замочи. Фух. А где моя награда? Фух, жестко. И это еще не конец, что ли? Ну, бля, ну, чуваки. Я только что босса замочил. Надо еще тут мочить.
лечить спящих, это так забавно. Этот уровень когда-нибудь кончится или нет? Это еще что? Какие-то четыре девушки, привязаны к столбам. Какой-то здоровяк. Еще один босс? Да сколько вас? У меня уже лечилок нет. Пощадите. Ох, ё-моё, как он мочит. А что? Как же? Ох, нифига у него удары. Ё-моё, вот это удары. Не хана. Чем-то мне это напоминает. Ну погоди, когда заяц, робот-заяц превратился в словного робота. Вот чем-то мне этот момент сейчас напоминает. Как этот волк. Мама! У меня сейчас такое ощущение. Мама, помогите! Я ничего не могу сделать ему. Это не здоровяку. Это жесть. Просто жесть. Капец, я не могу пройти, я прошу. Главарь варваров. А, не, я прошел, оказывается, вот эту войну варваров, и я просто перешел уже на следующий уровень. А тут еще вот есть развилка какая-то. Не, игра очень жесткая, я скажу вам. Очень жесткая. Никому не советую. Она стоит, я смотрел, по скидке еще 140 с чем-то рублей. Это дорого, как для игры, которая весит каких-то 200 мегабайт несчастных. Такой сложность, что буквально вот на втором уровне тебя мочат, это очень дорого. Никому не рекомендую. Хотя вот мне можно играть же с друзьями. Может быть, с друзьями было бы интересно. Один, например, отвлекает босса на себя, второй его мочит сзади. Вот если вы будете играть с друзьями, то да, может быть, берите. А вот так вот одному играть крайне не рекомендую. Мне не понравилось. В общем, завершаю игру. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.